27 октября 2014 года состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею заслуженного деятеля науки, почетного профессора Герценовского университета Ирины Николаевны Пономаревой. Ее имя в России и странах СНГ прочно ассоциируется с экологией и методикой обучения биологии. 85-летие ученого совпадает с 35-летием экологического образования. Ирина Николаевна – один из родоначальников экологической науки в нашей стране, автор школьных и вузовских учебников. Ею подготовлено 42 кандидата и 14 докторов наук. Ирина Николаевна признается, что гордится своими учениками, среди которых ректор Герценовского университета Валерий Соломин. Это у меня вообще огромная семья. Буквально от Калининграда до Камчатки. Всюду мои ученики. У меня докторантов 14, причем из них несколько ректоров вузов, проректоров вузов, заведующих кафедрами, председателей диссертационных советов докторских. Это все мои ученики, которые несут экологическое образование, которым я когда-то и внушала. Ирина Николаевна, дорогая, с днем рождения вас! Спасибо вам большое за то, что вы делаете для университета, для отечественной науки, для воспитания нашей молодежи. Вы почетный профессор университета. В университете это звание получить еще сложнее, наверное, чем звание заслуженного деятеля науки. Но вы по праву, бесспорно, это звание имеете, и это говорит о ваших великих заслугах перед университетом. Поэтому я без сомнения называю вас великим, умнейшим, талантливейшим педагогом, крупнейшим ученым-экологом. Слава Герценовского университета! С праздником! На заседании много говорилось о том, что Ирина Николаевна Пономарева не просто ученый. Она человек, который чутко следит за всеми научными достижениями, стремится путешествовать и все увидеть своими глазами. Несмотря на славу и всероссийское признание, Ирина Николаевна остается скромным человеком и приоритетом для себя видит ценности скорее семейные, нежели научные. Своим главным достижением в жизни я считаю мою хорошую семью. У меня большая семья, у меня прекрасный муж. И у меня очень хорошие друзья по всем направлениям. А направление у меня и образование, и природа. Я сегодня не могла практически ничего делать. У меня звонил телефон, и через каждые 5-7 минут люди со всей страны звонили мне и поздравляли. Вначале волновалась, потом перестала волноваться, а сейчас вроде как уже все и успокоилось. Так что все нормально.